Нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 53-й механизированных 5-й штурмовой бригад и 241-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Часов-Яра, Курдюмовки, Красногоровки. Отразили 10 контратак формирований 81-й аэромобильной, 10-й горно-штурмовой, 67-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 4-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Белогоровки, Берестового, Красного. Уничтожены ангар для производства и хранения беспилотных летательных аппаратов, склад вооружения, поражены живая сила и военная техника ВСУ в 131-м районе и две управляемые авиационные бомбы JDAM-ER.